детским праздником, потому что все равно какие-то работы проводятся. Вот, к родительскому дню тоже идет подготовка. Мы поговорим с вами о том, как, в общем-то, выживают представители малого и среднего бизнеса в Челябинске, какие они лазейки находят для того, чтобы, ну, как-то развивать свою деятельность. Ну и, конечно, попробуем с вами пообщаться. Если вам есть что сказать по поводу того, что происходит сегодня здесь, в этой студии, пожалуйста, заходите во ВКонтакте, в нашу группу «Наше утро», и там отписывайтесь, что нравится, что не нравится, что бы вы хотели увидеть, узнать. И, может быть, если вам есть что сказать про самоизоляцию, о том, как она проходит лично у вас, то, конечно, пишите и рассказывайте. Да, действительно, в новом формате мы пока что еще не можем с вами связываться именно из студии, но тем не менее по трансляции на нашем сайте 1mobile.tv вы также можете оставлять свои комментарии. Сегодня будут, как уже Павел сказал, интересные гости. С аналитиком, я думаю, точно нужно обсудить ситуацию, о которой мы вчера только сказали, немножечко затронули эту тему, как же повлияет на жизнь людей такая стоимость, резкая падение стоимости майских фьючерсов. И еще хочется заметить, что люди в режиме самоизоляции привыкают абсолютно ко всему. Так вот, интересно, возможно ли провести свадебное торжество в режиме онлайн? Тоже сегодня узнаем. Ну, а пока вернемся к традициям. Какая погода? Что говорят нам сегодня синоптики? Пора узнать. Ну вот сейчас, пока я ехал в эту студию, видел, что погода такая пасмурная за окном, но достаточно тепло. Ну, в общем-то, нормальная, хорошая погода, даже, наверное, слишком теплая для апреля месяца. Ань, вот знаешь, все просыпаемся и сразу же в гаджет погружаемся и читаем, что же там такое за ночь нападало в мессенджеры, в телеграм-каналы. И вот буквально несколько минут назад Дмитрий Маргулес канале написал, знаешь, о чем? Сегодня 150 лет исполняется Владимиру Ильичу Ленину. Точно, об истинной победе. Самое интересное, что ведь многие люди молодого поколения даже не знают, кто это такой. Недавно проводили опрос, задавали, кто это такой, и такие ответы были, что не горюй. Мне кажется, современное поколение не очень хорошо знает свою историю. Но мне кажется, как минимум люди должны были ответить, что это тот человек, который проживает на Красной площади. Я думаю, что и этого, может быть, сейчас на данный момент хватит. А я, знаете, я вспомнила тут Экзюпери, точнее, его маленького принца, и вот он говорит, чем же отличаются взрослые люди? Тем, что они всегда говорят о цифрах. Давайте мы с вами не будем от этого отставать, поговорим о цифрах. Что нам сейчас показывает Яндекс.Сервис и какой же индекс у нас самоизоляции? Ну, в Челябинске на данный момент, вот я открыла тоже карту, опять же, без гаджетов никуда не обойтись. Ситуация, да, 3,6, я вижу, что сейчас у нас на карте. Ну, в общем-то, небольшое количество народа находится на улице, как написано, что большинство людей дома. И это радует, друзья. Но напомню, что сейчас у нас на часах 8.06, поэтому надеемся, что эта картина не изменится и... Не изменится, в общем, в течение дня, но мы все-таки проверим еще раз индекс к 9 часам утра. Оставайтесь дома и помните о мерах безопасности.
Но вообще, на самом деле, немножко изменилась цифра, да, по соотношению с 7 утра. В 7 утра было 4,3, но мы видим, что все-таки часть челябинцев соблюдает самоизоляцию, и потому что, ну, ранее где-то в районе 7 утра, конечно, уже начиналось движение, и такой индекс, как 4,3, индекс загруженности дорог, мы сейчас говорим, Яндекс создал, для тех, кто не в курсе, такой ресурс, на котором можно посмотреть уровень загруженности города, и таким образом оценивается, каков же уровень самоизоляции в том или ином населенном пункте. Ну вот, было 4,3, стало 3, и сколько, Ань, еще раз? 3,6, да, ну не сильно изменилась цифра, может быть, погода тоже на это каким-то образом влияет. Ну и по статистике в России на данный момент подтверждено 52 763 случая заражения, и есть позитивная цифра, обязательно говорим про позитивные цифры, 3873 человека уже поправилось. В Челябинске на данный момент 107 человек зарегистрировано с коронавирусом, и 38 поправились. Утром будет очередной брифинг, и мы узнаем, как изменились цифры и какова вообще динамика заражения именно в Челябинске и Челябинской области. И, конечно же, да, призываем всех, чтобы эта цифра становилась как можно меньше, и мы можем этому поспособствовать, друзья. Остаемся дома. Чем быстрее мы это поймем, и чем лучше мы будем выдерживать режим самоизоляции, тем быстрее мы сможем вернуться на круги своя, что называется. Ну, а пока погружаемся в гаджеты. Там у нас очень много залипательного видео. И давайте посмотрим один из видеороликов, который вчера вечером появился в ТикТоке. Вот такой вот пожилой человек, с котом у них, видимо, длительные отношения. Вот таким образом кот его достает. Слушайте, ну мне кажется, это прям уже определенное общение, и человеку даже нравится, наверное. А вот смотрите, кот вскочил просто на клавиатуру, и его хозяин создал музыку благодаря своему коту. Сразу проснулась. Kind of sounded spicy. It's like a little Gerudo Valley. Мне кажется, это он создает прям шедевр, или, может быть, он вещает и тоже устроил какой-то онлайн-марафон и прям в прямом эфире вот так вот блеснул своим творчеством. Ведь как меняет жизнь вот эта самоизоляция? Уже животные помогают человеку создавать музыку. Да, вот такие вот случайные вещи, они становятся поводом для творчества. Это же очень круто. А сколько было мемов по поводу того, что сидит кот и напротив него хозяин, и кот вот так вот сложил лапки, и тут написано, значит, в окошке: «Так, давай поговорим с тобой серьезно, когда ты уже отправишься на работу?» Ну что, предлагаем не отправляться на работу, а смотреть наш выпуск. И следующая рубрика, она такая тоже новая, называется она «Путешествие по квартире». Да, интересно, что тут будут говориться о городах, какие там достопримечательности есть. Давайте посмотрим ее вместе. Если вам кажется, что у вас жизнь тяжелая, то посмотрите на это видео. Так выглядит проход к коптской церкви в одном из горных регионов Эфиопии. Церкви более 1500 лет. Каждую неделю ее посещают около 20 человек. А единственный священник храма ежедневно проделывает этот путь на высоте 250 метров над обрывом. Любители экзотики и экстремальных путешествий обычно выбирают африканские страны. Хотя и в Перу есть много чего интересного. Правда, в некоторые уголки просто так не заглянешь. В одной из долин города Куско бежит розовая река. Такой цвет является следствием стекания горных вод по долине, насыщенной различными минералами. Зрелище завораживающее, но купаться в такой реке явно небезопасно. Лучше просто любоваться, сидя дома. Известно ли вам, что Эйфелева башня уже 13 лет состоит в браке? 8 апреля 2007 года американка Эрика Лабри захотела узаконить свои отношения с парижской достопримечательностью. На церемонию даже пригласила несколько друзей. Власти города, естественно, брак не признали, но разрешили невесте сменить имя. Теперь у гражданки США в паспорте значится Эрика Латур Эйфель. Вспомните эту историю обязательно при случае, когда путешествовать уже можно будет реально, а не в квартире. Да,
слышу. У нас много будет рубрик вот таких вот новых, свежих. Ну, а я вам хочу сказать, что вся жизнь, она вот плавно переместилась в онлайн. Люди просто не отключают своих гаджетов и постоянно что-то там делают. Делают это и за рубежом, конечно, там же все началось, там гораздо быстрее вот эти вот карантинные меры были приняты. И вот недавно известные музыканты иностранные устроили 8-часовой онлайн-концерт, который назвали «Единый мир, дома мы вместе». В нем участвовали Леди Гага, Элтон Джон, Селин Дион, Роллинг Стоунс, Билли Айлиш и другие. И посвятили проект врачам всего мира, которые сейчас на передовой по борьбе с коронавирусом. Вот. На деньги, которые удалось собрать, а это 129 миллионов долларов, будут приобретены маски и другие средства индивидуальной защиты для медиков разных стран. Южноуральские музыканты тоже не теряют оптимизма и тоже устраивают подобные вещи. Вы знаете, я вот немножко так сегодня торможу, потому что у меня эхо невероятно идет. Звук какой-то вот там дублируется. Я себя слышу, он меня повторяет. И в итоге, уважаемые звукорежиссеры, что-нибудь поделайте с этим. О, спасибо. Вот теперь я прям себя отлично чувствую. Посмотрим, как это отразится на дальнейшей моей связи. Потому что говорить я должен сейчас о том, что делают наши южноуральские музыканты, и в том числе участники группы «Ариэль». И со мной на связи Ростислав Гепп, заслуженный артист России, художественный руководитель «Виа Ариэль». Ростислав Олегович, доброе утро. Утро, Павел, доброе. Где вы находитесь? Такой у вас фон какой-то очень веселенький. Я на даче у тебя, на Увельдах. И здесь самоизолируюсь, как сегодня принято говорить. Но, конечно, все это достаточно грустно. Вначале это все было неплохо. Вроде как на рыбалочку сходил на озеро, там еще чем-то. А потом просто стало скучно. И, честно говоря, хочется работать, хочется чем-то заниматься своим родным. И мы вот с ребятами решили, что мы будем потихоньку выпускать по нескольку песен онлайн, записывать их вживую. И уже три песни выпустили, три песни на выходе, так сказать. Как вы их распространяете? Ну, чтобы... То есть вот каким образом песни распространяются? Они в сети. В сети везде, там и в Фейсбуке, и в Инстаграме выкладывали, и на нашем сайте выложили тоже ребята. Я-то немного такой туповатый блогер-то, да? А Саша Тибелиус, он у нас умеет, и все это нормально происходит. Давайте посмотрим, у нас есть небольшой видеофрагмент, затем вернемся к разговору, как это выглядит. Ага, хорошо, хорошо. Деревья гнулись, а ночь котёл мная была. Возлю, блинная пара, всю ночь гулят, лада утра. Вот таким образом это выглядит. Если вы хотите посмотреть, как группа «Ариэль» онлайн собирается и исполняет свои песни, ищите в интернете. Я думаю, что на страничках участников группы тоже можно найти, да, и, в общем-то, через обычный поиск. Скажите, а где вообще изолируются участники группы «Ариэль»? Вот кто где сейчас находится? Ну, кто где. Саша Тибелиус, он долгое время был на Кисигаче, но поскольку дочке надо учиться, и тоже надо учиться на удаленке, он переехал сейчас в Челябинск, в челябинскую квартиру. Боря Каплун молодец, самый, так сказать, прогрессивный человек. Он просто во время самоизоляции решил дома сделать ремонт и сидит дома, все обои меняет и прочее, прочее, прочее. Олег Гордеев тоже сидит дома. А мне просто прислали внучку из Москвы, поэтому я вынужден вот изолироваться на даче у себя. У нас, кстати, есть целая рубрика, которая посвящена
Есть рубрика, которая посвящена тем людям, которые проводят свое время в самоизоляции с детьми. Вот у вас есть какие-то свои лайфхаки? Ну, как не сойти с ума, находясь с ребенком маленьким в течение вот такого вот долгого времени? Ну, я не знаю, я не снимал, но мы каждое утро с ней по удаленке делаем уроки. Она первоклашка у меня, маленькая еще, только-только, сама еще не... Ну, многое умеет, но не все. Я имею в виду в компьютере. И поэтому приходится так следить. Ну, а в принципе у нас здесь в поселке в нашем, да, это ветеран, поселок ветеран, здесь многие так изолируются. Много людей, но не ходят большими группами, а, так сказать... Ну, парочками ходят, гуляют. Здесь все-таки воздух, здесь все-таки и иммунитет поднимается, да. Как-то вот мне кажется так, что природа решила нас проверить на выживаемость. Вот так вот. Но у вас неплохое там место для выживаемости. У вас там все-таки природа, и многие вам завидуют, те, кто находится дома в домашних квартирах. Мне кажется, это, конечно, гораздо сложнее. Спасибо вам, что вышли с нами на связь этим утром. Скорее возвращайтесь уже в город. Ну, я имею в виду, когда это будет можно. И мы ждем выступления группы «Ариэль». Спасибо. Спасибо, Павел. Живьем. Мне очень жалко, что у меня здесь нет ОТВ. Не ловит. Мы есть в интернете. В интернете, да, да. Я просматриваю иногда, иногда просматриваю. Мы вам ссылочку вышлем и расскажем, каким образом можно нас смотреть. Всем здоровья, самое главное. Спасибо большое. Не болейте. Ростислав Гепп был только что на связи, руководитель группы «Ариэль», и рассказал о том, как проводят участники группы «Ариэль» свое время в самоизоляции и как им удается, в общем-то, творчески это делать, продолжая работать со своим музыкальным репертуаром. Ну, а я хочу еще, в общем-то, продолжить и пойти к следующей рубрике. Рубрика, которая у нас называется «Домашний кинотеатр», и давайте мы на нее посмотрим. Сегодня совершим путешествие к звездам, сидя дома на диване. Представляем топ фильмов о космических путешествиях. «Космическая Одиссея 2001». Даже если вы смотрели этот фильм, его можно с удовольствием пересмотреть еще раз. Великий Стэнли Кубрик получил за картину «Оскар». Именно в этой ленте появился первый прототип современной помощницы Алисы – бортовой компьютер L9000. С его помощью капитаны корабля должны выяснить, почему инопланетяне следят за жителями Земли. Параллельно астронавты узнают и другие тайны Вселенной. «Космос между нами» – научно-фантастический фильм о любви земной девушки и парня, выросшего в экспериментальной колонии на Марсе. Их роман начался в интернете, а вот встретиться возлюбленным предстоит на Земле. Кстати, основной музыкальный фон картины во многом повторяет симфоническую композицию Густава Холста «Марс, несущий войну». Юным зрителям рекомендуем анимационный фильм «Дом». Когда не слишком агрессивная, но довольно высокомерная раса пришельцев колонизирует Землю, людей выселяет в резервацию. Но отношения между собой им выстраивать все же приходится. Эта задача ложится на плечи главной героини и одного из инопланетян, который не сошелся характерами с соплеменниками. Дружная парочка спасает планету от нависшей глобальной катастрофы. Мультфильм «Дом» производства студии DreamWorks стартовал в прокате с мощной кассой больше 19 миллионов долларов. И эту сумму постановщики заработали еще на дебюте в США. В истории студии это одна из самых кассовых работ. А ну выпусти! А то ведь могу стрельнуть из глаза тепловым лучом! Точно можешь? Легко. Конечно, сейчас киноиндустрия переживает непростое время. Вот об этом сейчас поговорим. Аня вновь присоединилась к ведению программы. Аня, что-нибудь удалось прочесть в пабликах? В телеграм-канале?
Сейчас мы начнем с вами разговаривать про серьезные новости, но я поняла, что у вас есть новости о фильме. Вы знаете, здесь даже не нужно читать телеграм-канал. У меня сын, как отдельный канал, он тоже переживает за все новинки, за все киноновинки, и мне постоянно рассказывает, на какой же период времени был отложен тот или другой фильм, снятие фильма. Ну вот, да, есть информация по поводу переноса фильмов от киностудии Marvel. Новая глава киновселенной должна открыться премьерой «Черной вдовы» в мае этого года. Однако из-за коронавируса было решено перенести премьеру со Скарлетт Йоханссон в главной роли аж на ноябрь 2020 года. Релиз «Вечных» запланирован на февраль 2021, в котором сыграют Анджелина Джоли и Сальма Хайек, а также звезды «Игры престолов» Кит Харрингтон и Ричард Мэдден. В мае 2021 года состоится премьера «Шан-Чи и легенды десяти колец» о злодее Мандарине из «Железного человека». И в середине 2021 года запланирован выход третьего «Человека-паука» с Томом Холландом в главной роли. Ну, в общем, переносы. И прямо, видимо, скоро будем пересматривать те сериалы, которые сняты были давно. Вы знаете, в этом есть тоже положительные моменты. Ну, во-первых, пересмотреть, я тоже думаю, не против каких-то хороших картин, правильно, кинокартин. Ну, а также таким образом мы просто будем больше предвкушать новое кино, которое только появится. Так что у нас есть возможность еще пока что насладиться этим моментом. Ну, о тех новостях, которые сейчас действительно кружатся вокруг этой основной новости, вокруг этой основной проблемы, которая охватила наш мир. Первый заместитель губернатора Челябинской области на брифинге, во время брифинга отметила, что сейчас особое внимание уделяется так называемым семейным очагам, потому что именно они являются самыми многочисленными. Также одно из важнейших направлений наблюдения – это оказание поддержки малообеспеченным и слабозащищенным семьям. Им тоже сейчас нужна большая поддержка от нас. Но и не только эти были решения во время брифинга. Также министр социальных отношений области Ирина Буторина отметила, что сейчас на надомном обслуживании находятся более 30 тысяч граждан, и количество их, конечно, увеличивается, количество заявок увеличивается примерно по 500 заявок в сутки. Какую помощь они выделяют? Это, конечно же, предоставление необходимых продуктов и лекарств несколько раз в неделю. Но также на брифинге присутствовал министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов. И его выступление наделало много шума среди работников образования. Потому что я знаю, что уже звонят друг другу в области и немножко искаженная информация идет. Но тем не менее, что же он все-таки сказал? Он отвечал на вопрос, будут ли открываться детские оздоровительные лагеря. В ответ он сказал, что пока в нынешней ситуации они не будут открываться. И все будет зависеть от того, как будет складываться эпидемиологическая ситуация, и решения будут приниматься достаточно оперативно. Пока решение о том, что на первую смену лагеря откроются, не принято. Также вчера началась досрочная аттестация для девятиклассников Челябинской области. Сдавать они будут только русский язык и математику. За ситуацией с дистанционным обучением наблюдают и контролируют ее, каким образом она ведется. И есть вариант, что школы откроются после майских праздников, но только на благополучных территориях. Вот это вот прямо подчеркнуто. Благополучных территориях, на которых, в общем-то, либо не зарегистрировано случаев заболевания вирусом, либо там вообще минимальное количество. Речь идет только о старшеклассниках, то есть ученики начальной школы и среднего звена, они пока остаются на дистанционном обучении. Ну и, в общем-то, принято решение о том, что в ближайшее время на региональных каналах должны появиться онлайн-уроки для учеников, которые готовятся к экзаменам, потому что всем нужно обеспечить какой-то единый уровень подготовки. Такого давно не было, да, чтобы прямо на канале на каком-то показывали урок. Посмотрим, как это будет выглядеть и будет ли это проходить на телеканале ОТВ, пока ничего мы
здесь в кулуарах не слышали. Может быть, в ближайшее время кто-то от Министерства образования и науки выйдет на нас, и мы тоже будем это делать. Ну вот, что ж. Вы знаете, я как мама, тоже могу сказать, что я сейчас в каком-то роде стала и педагогом, потому что приходится какие-то вещи обсуждать, и знаю сейчас эмоциональное состояние и педагогов, и родителей, которые оказались в этой ситуации. Но также хочу обратиться ко всем блогерам, которые сейчас устраивают пранки и из этой всей ситуации устраивают смех в интернете. Давайте не будем все-таки издеваться над педагогами и выставлять вот эти вот видео, где они в застывшем состоянии, связь все-таки абсолютно у всех, правильно? Где-то налажена, где-то бывает с перебоем. Друзья, давайте ко всему относиться все-таки с разумной и чистой головой. Ну вот по поводу пранкеров, буквально вот сегодня утром я читал, может быть, сейчас я вам найду и даже расскажу. Да, в Петербурге, об этом. Да, уже решили наказать блогера за такой пранк, который он совершил. Да-да-да. Да, вполне серьезные наказания, поэтому, в общем-то, вот этот период, это не время для того, чтобы развлекаться, как мне кажется. То есть развлекаться можно, но не в таких форматах. Ну что ж, Сейчас мы вам покажем, как можно развлечься и, например, из зубной пасты сделать кое-что новенькое, открытие. Давайте сейчас это узнаем. Да-да-да, у нас следующая рубрика «Руки не для скуки». Зубная паста – идеальный помощник в уходе за зубами. Мы знаем, что она укрепляет эмаль, лечит десна и делает улыбку белоснежной. Благодаря составу зубную пасту уже давно используют и в быту. Она идеально очищает поверхность утюга, чистит драгоценности, отбеливает подошвы и полосочки на любимых белых кроссовках, отбеливает швы между кафелем и легко устраняет неприятные запахи с рук. Но мало кто знает, что с помощью зубной пасты можно оттереть пятна с одежды или с ковра. Просто наносите, трете щеткой и смываете. В зубной пасте есть кальций, и это позволяет использовать ее в маникюрных целях. Она идеально очищает ногти от загрязнения и, самое главное, благодаря кальцию в составе укрепляет ногти и делает их блестящими. Так что сделали уборку, почистили, отдраили и за ногти. Быстро, легко и дешево, тем более, что любимый мастер по маникюру наверняка сейчас тоже на самоизоляции. Вчера мы наш эфир с новостей о том, что происходит с нефтью, стоимость которой достигла минимальных и даже отрицательных отметок. И мы обещали вам, что мы поговорим о том, что это значит для обывателя, для нас с вами, и как это может аукнуться. И наши редакторы связались с Анастасией Кузьминовой, директором аналитического агентства «Соинвест», которая вышла сегодня утром с нами на связь. Анастасия, доброе утро. Алло. Да, Анастасия, доброе утро. Я прошу наших звукорежиссеров чуть-чуть сделать, вывести, да, Анастасию, чтобы я ее услышал. Последние несколько дней буквально, эти новости, они бередят сознание, и цены на нефть падают. Вот скажите, пожалуйста, что все это значит? Ну, прежде всего, это значит падение доходов нефтегазовых компаний. Оно произошло очень существенно. Буквально на днях Центральный банк опубликовал данные о том, как снизились доходы различных отраслей за последние две недели. Так вот, доходы нефтегазовых компаний по степени падения находятся на втором месте после гостиничного бизнеса, который, как вы знаете, остановлен в пандемию. За первую неделю апреля доходы нефтегазовых компаний упали в 5 раз в сравнении с прошлогодней той же самой неделей. За следующую неделю они упали на 2/3. То есть, конечно, это колоссальное падение доходов, которое, соответственно, придет к огромному снижению поступлений в федеральный бюджет. Как вы знаете, он состоит у нас на 40% из-за платежей нефтегазового сектора. Поэтому да, для нас, для всех, как для жителей этой страны, основное влияние мы ощутим через сокращение бюджетных доходов, ну и, соответственно, расходов.
То есть это какие-то могут пострадать статьи расходов, которые связаны с социальной политикой, да, и с прочими сферами, которые касаются каждого человека. Ну, здесь каждая сфера, конечно, ощутит влияние по-своему. Какие-то затраты сократятся сильнее, какие-то меньше. Но в целом я бы ожидала, наверное, снижение качества всего того, что мы получаем от государства. Возможно, и образование, возможно, и здравоохранение, каких-то наших городских дел, связанных с благоустройством и так далее. Потому что это все-таки огромное влияние на всю бюджетную систему страны. А вот Дмитрий Медведев в своем паблике, он где-то написал, что все это похоже на картельный сговор. Вот на ваш взгляд, все-таки действительно это договоренность какая-то, вот эти вот падения цены на нефть? Ну, сама по себе сделка ОПЕК – это картельное соглашение. Поэтому и, соответственно, разрушение этой сделки, ее развал – это изменение договоренности. То есть сейчас в мире ведь огромное количество игроков, они по-разному между собой договариваются, эти договоренности соблюдают, их нарушают. То есть начало этого кризиса, да, оно было обусловлено изменением договоренностей, точнее их разрушением. Вот какие выгоды есть от этого решения? Ну, вы знаете, краткосрочные выгоды какие могут быть, если два самолета, по аналогии с авиацией, идут в лобовую атаку друг на друга? Здесь, конечно, выгоды оперативно-тактические никакие. Все страны, добывающие нефть, в этой ситуации несут огромные убытки. Но война сейчас идет за то, кто будет владеть рынком дальше. То есть принцип «страдать сейчас, чтобы выиграть потом». То есть это такой передел рынка, и мы, в общем-то, становимся его свидетелями и заложниками. Именно так. Потому что у стран, добывающих сланцевую нефть, прежде всего у США, у них есть относительно низкие издержки, связанные с наращиванием этой добычи и с ее сокращением. А у России, у Саудовской Аравии эти издержки, связанные с сокращением добычи, они очень велики и, соответственно, с ее возобновлением. Поэтому сейчас идет борьба за то, кто понесет вот эти вот убытки в двойном размере и от сокращения непосредственно доходов от продажи нефтегазовых ресурсов и от убытки от именно снижения, от консервации скважин, вот, от работы этой инфраструктуры. Вот. Поэтому, да, конечно, скажите, пожалуйста, а вот для простого человека самый простой вопрос. Ну вот все-таки взаимосвязь-то ведь такая вот, кажется, очевидная. Нефть стоит мало. Почему бензин у нас, в общем-то, стоит, не снижает цену свою? Ну, здесь хочется ответить вопросом на вопрос. А почему у нас цена водки не зависит от цены пшеницы? Ведь это не зависит. И в урожайный год, и в неурожайный у нас водка стоит примерно одинаково. Ну, или не одинаково, но от других причин. Так вот, в цене бензина составляющая нефти, во-первых, не так велика. Там очень много накладных расходов, связанных с содержанием всех бензоколонок, нефтехранилищ, бензовозов и так далее, во-первых. А во-вторых, у нас 90% рынка бензина принадлежит нефтегазодобывающим компаниям, которые сейчас и так несут колоссальные потери доходов. А еще ведь в пандемии снизилось потребление бензина, по оценкам годовом исчислении оно процентов на 15 у нас сократится. То есть доходы от продажи бензина тоже упали, а инфраструктура вся осталась, ее надо содержать. Поэтому да, здесь ценообразование, оно совсем не от затрат, не от цены нефти идет. Такие, знаете, разговоры о бедных, которые борются за свой бизнес, но, тем не менее, мы продолжаем за это платить все вместе. И за бензин, и за те социальные сферы, которые есть. Спасибо большое. Анастасия Кузьминова, директор аналитического агентства «Соинвест», была с нами на связи и рассказала о том, чем же нам грозят вот эти вот цифры, которых так громко заявляют во всех информационных службах. Доброго утра, спасибо вам большое. Мы продолжаем, и я хочу сказать, что у нас много новых рубрик, с которыми мы будем вас знакомить. И далее рубрика, которая так и называется «Будем жить». Почему так и называется? Потому что у нас слоган программы сейчас такой «Будем жить». Итак, смотрим рубрику. Доброе утро! Нам уже целый день. Вот такие мы любопытные стали.
Нам все хочется знать, нам все хочется попробовать. Мы хотим кушать. Мы хотим кушать. Вот такая веселая коробка меня сегодня утром разбудила своим писком, требовательными голосками. А сейчас они притворяются, как будто они меня не слушают, как будто они спать хотят. У каждого уже свой характер. Кто-то посмелее, кто-то послабее. Вот видите? Посильнее пытаются друг на дружку залезть, погреться, помягче найти для себя место. Ну что, у нас сегодня ждет переезд в большую коробку. Это нам уже маленькая. Вообще, вот месяц апрель, это такой месяц очень горячий раньше был. Горячий, потому что люди в это время уже планировали свадьбы, уже заказывали, там, не знаю, банкетные залы, девушки шили платья. И вот вся эта индустрия, она очень активно жила в это время, готовились к лету. Ну и вот сейчас, конечно, непонятно, что же происходит. Бог с ним, можно день рождения отметить онлайн, благодаря Zoom. Включиться в приложение и со своими друзьями пообщаться. Но что делать со свадьбами, что происходит с ними? Вот об этом мы сегодня поговорим с Ксенией Лемеш, организатором свадеб, и Екатериной Мастепан, ведущей свадебных вечеринок. Они вышли с нами на связь. Доброе утро, девушки. Алло. Ксения. Да, и Екатерина, вы вместе. Слушайте, но вы не соблюдаете социальную дистанцию, я смотрю. Мы живем практически вместе. Мы все делаем. Понятно. Вместе. Скажите, пожалуйста, ну вот срываются ли сейчас свадебные торжества? Ну, в данный момент мы нашли решение этому вопросу. Хотели срываться, но у них не получилось. В силу того, что мы предложили альтернативу. Альтернатива – это свадьба онлайн. И с радостью делаем. Гости довольны. Все нравится, поэтому продолжаем. А скажите, вообще много людей вот соглашаются именно на замену живой, настоящей свадьбы на свадьбу онлайн? Да, на самом деле сейчас очень много есть спрос. Мы уже два мероприятия провели, сейчас готовим третье. Вот 25 числа будет следующая онлайн-свадьба. Далее у нас выпускные переходят в онлайн-формат. Сейчас я прорабатываю смету. Ого. И думаем, как это все реализовать. Вот у нас сейчас как раз есть видео, а вот это вот свадьба онлайн, как я понимаю, вы видите его? Да-да-да. То есть вот немножко расскажите о том, как происходит свадьба онлайн, технология ее проведения. Хорошо, я начну. Значит, мы готовим с молодоженами список гостей, мы прорабатываем техническую возможность гостей подключиться к платформе Zoom, либо есть альтернативные платформы, если вдруг Zoom начинает зависать. У нас есть еще площадки, на которые гости без проблем переходят, и мы продолжаем свадьбу праздновать там. Также невеста готовится самостоятельно, учится краситься, она учится накрывать праздничный стол. Ну, это все понятно, а я имею в виду именно сама церемония, каким образом проходит? Молодожены находятся вдвоем, удаленно работает ведущий, который произносит торжественную речь, работает диджей, и также молодожены скрепляют свой союз, говоря перед всеми гостями на камеру, что они согласны. А скажите, ну вот летний сезон, его же невозможно предсказать. Вот вы сейчас все-таки ориентируетесь больше на онлайн-церемонии или вы продолжаете бронировать и создавать свадьбы на каких-то реальных площадках? Ну, на август, значит, сентябрь, июль. Тоже у нас есть свадьбы, то есть мы идем подготовку к офлайн-мероприятиям, но параллельно организуем онлайн. У нас есть запасной план, план Б. Ну что ж, удачи вам в вашем непростом бизнесе. И пусть, в общем-то, люди продолжают создавать семьи благодаря вам. Спасибо, доброе утро. Спасибо. И хорошего настроения.
Ну, а мы продолжаем. Ну, дальше мы идем на нашу рубрику, которая создается из тех видео, которые размещаются в ТикТоке и в других социальных сетях. И там мы показываем, чем люди занимаются дома в отсутствии активной деятельности, в отсутствии возможности выйти на улицу. Рубрика называется «Смотри, что я могу». Многие из нас за время самоизоляции боятся набрать несколько лишних килограмм, но только не эта девушка. Свои обычные занятия, работу на компьютере, спа-процедуры и даже приготовление еды она совмещает с физическими упражнениями, такими как планка, выпады и приседания. И можно сказать, результат не только на лицо, но и на фигуру. Это упражнение с другими занятиями совместить не получится, только если с хохотом, как это сделали авторы видео. Ребята решили попробовать выполнить акробатический трюк, где женщина встает на плечи мужчины. Исполнить задумку почти удалось, если бы потолки в квартире были чуть выше. Наша коллега Евгения Малышко тоже на самоизоляции времени даром не теряет. Журналист вспомнила давнее увлечение и теперь вышивает картины крестиком. Коллекция пополняется каждый день. Сюжеты картин разные, но в основном красивые пейзажи, при взгляде на который тоже хочется взяться за иголку с ниткой. А авторы этого видео знают, отсутствие ниток для творчества не помеха. В качестве пряжи ребята используют лапшу, а вместо спиц – палочки для еды. И нужно отметить, получается очень даже неплохо. Жаль только похвастаться такой обновкой вряд ли получится, слишком велика вероятность ее съесть. Вот многое изменилось в нашей жизни благодаря вот этим обстоятельствам, иногда даже вопреки, но некоторые традиции, некоторые правила, они сохраняются. И сейчас речь пойдет о тех традициях и правилах, которые связаны с городским благоустройством, с тем вообще, как готовится город к новому сезону, к летнему. И об этом мы поговорим с Александром Астаховым, заместителем главы Челябинска по городскому хозяйству. Доброе утро! Вы меня слышите? Да, вы хорошо слышите. Да, отлично. Скажите, пожалуйста, вот городские субботники, они уже прошли и, или еще продолжаются? К сожалению, сейчас свои мероприятия запрещены, поэтому вся основная работа ложится на городских и районных подрядчиках. Но, тем не менее, максимальное количество сил и людей, и техники привлечено на уборку, на санитарную уборку города. Ну, то есть сейчас жители не помогают, это полностью делают подрядчики, а вот уже город приведен в порядок или еще предстоит какой-то объем работы, и когда он тогда закончится? Сроки у нас в городе санитарной очистки до 1 июня, но мы, конечно, постараемся сделать основную уборку до 1 мая, чтобы не было каких-то неубранных мест, а дальше уже продолжим зачищать дворовые территории, какие-то несанкционированные свалки. Работа ведется постоянно. Ну вот сейчас уже центральные улицы города, мне кажется, уже все-таки приведены в порядок. Да, техника работает, пылесосы работают, поливомоечные машины работают. Это все происходит параллельно с дезинфекцией улиц. Ручной труд мы используем, убираем прилотковую часть активно. Подбор мусора на газонах осуществляется. То есть весь спектр работ, он сейчас очень активно происходит. В том числе и ночью с использованием техники, когда на дорогах практически нет автомобилей. Ну вот мы как раз сейчас видим видео, как происходит уборка. А скажите, пожалуйста, ведется ли обработка от клещей? Да, с прошлой недели начали проводить акарицидную обработку. В первую очередь, конечно, мы делаем это на общественных территориях, это парки, скверы. Сейчас активно будем обрабатывать территории городских кладбищ. Максимально, конечно, будем обращать внимание на зеленые зоны возле многоквартирных домов. Обрабатываются ли территории кладбищ, потому что там все-таки впереди у нас через неделю родительский день? Да, 11 кладбищ на территории города, и, конечно, уже часть кладбищ обработана, и до родительского дня мы постараемся сделать это на всех 11 кладбищах. Будут ли какие-то ноу-хау, вот, связанные с уборкой города в этом сезоне? Все-таки новая власть пришла, и, может быть, какие-то новые веяния будут внедрены? Ну, постараемся сделать акцент на механизированную уборку, чтобы максимально проводить обеспыливание города, чтобы было легче дышать. Ну, а каких-то современных устройств, ну, все это лучше ничего не придумано, чем
хороший пылесос и ручная уборка. Но техники хватает для уборки города? Да, хватает, и будет дополнительно также закупаться техника, и сейчас она уже работает максимально оперативно, поэтому всего хватает. Спасибо, удачи вам в вашей работе, мы все на вас надеемся, и я думаю, что люди, которые сидят на самоизоляции, когда выйдут наконец-то из нее, увидят, какова работа и как изменился наш город с окончания весны к ее, точнее говоря, с середины весны к ее финалу. Спасибо большое. На связи у нас был Александр Астахов, заместитель главы Челябинска по городскому хозяйству. Ну и далее мы продолжаем эфир, и следующая рубрика, которая называется «Дети говорят». Домовой. Молодой, лохматый и белый. Ты меня не видел, и я тебя не видел. Ой. Человек или какой-нибудь животный. Чтоб, когда дверь закрывали, он выходил и включал свет. Крокодил раскрывает пасть, хочет мою голову съесть. Страшная пасть и очень страшные зубы. Домовой. Маленьким. Нам показываться не положено. Летучие мыши. Кошмары. Паук. Никто. Дети как источник вдохновения, да ведь, Аня? Да, дети. Если ты его не победишь, то он тебя прям накроет. А где, скажи, где твой сын? Вот куда ты его делала? Его не видно там на заднем плане, он не пробегает. Он в своей комнате, он уже тоже готовится. У него ведь в 9 часов начнутся уроки, и поэтому если у нас вот немножечко затянется эфир, то он уже с телефона со своего вот, будет проходить. То есть мы рискуем сейчас ребенку испортить процесс обучения? Да нет, но он уже привык, и на телефоне у него и планшет есть, поэтому у него тоже весь процесс организован. Никаких, хорошая мать, хорошая дрессура, я понял. Ну что, идем дальше. У нас следующая история, про которую мы хотим рассказать, которая развивается в режиме онлайн, точно так же, как и наш эфир. Совершенно верно, да. Сейчас и та новость, которая вспыхнула точно так же, как и вспышка митингов, прошедшая вчера, которая коснулась нескольких городов, в том числе и наши соседи, были задействованы Екатеринбург. Вот. Люди стали открывать Яндекс.Карты и делать небольшие пометки со своими проблемами, как мне кажется, правда ведь? Потому что кто-то недоволен ситуацией режима самоизоляции, кто-то думает и переживает о своей зарплате. Естественно, многое количество людей, я думаю, что даже не половина, а практически каждый из нас имеет кредитную историю, тоже переживает, что сейчас в данной ситуации, к чему это все приведет и как мы будем с этим разбираться. Но тем не менее, что хочется отметить, что люди не вышли из дома, а устроили такой митинг именно посредством интернета, именно на Яндекс.Картах. Ну и их тоже по-человечески можно действительно понять, правда ведь? Ну да, но Яндекс.Карты, они, в общем-то, дали комментарии, что они подтирают вот эти вот метки, потому что Яндекс должен быть полезным, и все метки, которые пользователи оставляют на картах, они должны быть информативными, там, рассказывать о том, какое состояние, допустим, дороги, либо какие-то вот, ну, такие вот особенности, которые могут внезапно возникнуть на улице, они, в общем-то, отмечаются пользователями. Ну, действительно, понять людей можно, все переживают, для кого-то этот кризис стал действительно и финансовым испытанием, вот эта вот история с изоляцией и закрытием определенных бизнесов, но тем не менее мы все верим и надеемся, что мы пройдем вот этот вот сложный рубеж и преодолеем вот эту вот болезнь, которая развивается, к сожалению, стремительно, в том числе и в России, не только по всему миру, и сможем восстановить силы и
жить заново с новыми, с новой энергией. Вы знаете, наряду именно с этой новостью, вот сейчас тоже прочитала в телеграм-канале, что сейчас резко вырос спрос на психологов. Ну и это понятно, правда ведь? И причем, как замечают сами психологи, люди к ним приходят не для того, чтобы услышать или найти какой-то выход. Они просто приходят, чтобы высказаться. Это то, Аня, чего вот сейчас знаешь, не хватает. Кому сейчас больше всего нужны психологи? Я думаю, всем, наверное. Больше всего садоводам, потому что начинается вот этот вот сезон, когда нужно выходить, копать, опрыскивать, сажать. А ведь, ну, к сожалению, не все садоводы могут добраться, потому что еще не запущены садовые маршруты. Можно добираться до своих дачных участков только на личном автомобиле. Не у всех садоводов есть, и они очень сильно переживают. Вот у нашей ведущей Светланы Налетовой, которая занимается зеленой передачей, у нее, в общем-то, и автомобиль есть, но она очень законопослушная и пока что находится дома. Но рубрику «Руки садовода» она продолжает делать и планирует свое будущее в своем саду в этом сезоне. Давайте тогда. Доброе утро! Доброе утро, дорогие садоводы! Конечно, наш губернатор разрешил нам посещать наши садовые и дачные участки при условии, если мы доезжаем до наших садов на частном транспорте, но не у всех у нас есть такая возможность. И я советую вам обратить внимание на те цветочные культуры, которые в наших условиях требуют специального подращивания, то есть их необходимо готовить к посадке. Ну, возьмем те же самые наши любимые гладиолусы. Вот они уже лежат у меня в коробочке на светлом подоконнике для того, чтобы у них появились вот уже такие росточки. Если вы хотите удивить гостей вашего сада и удивиться сами, я рекомендую заранее подготовить к посадке манбрецию. Это японский гладиолус. Я уже высадила ее пару недель назад вот в такой вот перевалочный горшок. Когда наступит время высадки в сад, из этого горшка она у меня отправится на клумбу. И есть еще один совет. Приобретите луковицы тигридий. Это замечательное растение. Она вот у меня за пару недель, посмотрите, как сильно подросла. Я специально ее посадила с таким вот заглублением в горшок, потому что это высокорослое растение. Очень необычный цветок. Наверняка станет украшением вашего сада в этом сезоне. Удачи вам! Обязательно готовьтесь к сезону. Лето будет и никуда от нас не денется. Вот что мне нравится в Светлане Налетовой, не теряет она вот этого оптимизма и вселяет его в своих подопечных, которые следят за программой «Зеленой передачи», которые внимают всем советам, которые там Светлана и ее специалисты дают. Да, совершенно верно. Вы знаете, я хотела вам сказать, что я немного завидую вам, потому что вы со многими гостями разговариваете, например, с тем же Владиславом Олеговичем лично пообщались и узнали про их флешмоб, который они устроили. Но тем не менее, пока вы этим занимаетесь, я листаю телеграм-каналы, и вот что новенькое, свежее нашла. Знали ли вы, что теперь существует новый термин – средство индивидуальной мобильности? Представляете? Так вот, расшифровываю. Минтранс подготовил проект изменений в правила дорожного движения для пользователей электросамокатов, моноколес и сегвеев, которые сегодня приравнены к пешеходам, ведут ряд запретов теперь. И вот он, тот самый термин, который для них определили. Средство индивидуальной мобильности. Именно так его назвали. Ну, а я еще хочу дополнить, что вчера наконец-то прилетел борт из турецкой Анталии, и там прибыли наши соотечественники, жители Челябинской области, всего их было 23 человека, их наши корреспонденты точно так же встречали, и вот они коротко нам прямо рассказали, что из 23 прилетевших трое маленьких детей, прям груднички, вот, летели они 4 часа, их там накормили, все было хорошо в самолете.
самолете. По прилету они какое-то время находились в самолете, пока у них не измерили температуру, не проверили документы. Ну, в общем, конечно, люди немножко напряженно относятся к тому, что их вот так вот тщательно проверяют при прилете, потому что там они в Турции тоже находились на карантине. 2 недели они соблюдали режимные все моменты, но тем не менее вот все с ними в порядке, и их уже привезли в Челябинск, и они сделали анализы, они ждут этих анализов, и скоро, возможно, скоро им уже можно будет встретиться со своими родными и близкими. Я тоже надеюсь на эту скорую встречу, чтобы у всех, кто прилетел, все, кто оказались за границей нашей Челябинской области, благополучно вернулись и, конечно же, не было подтвержденного вируса. Ну а сейчас нужно, наверное, обратиться вновь в карты и посмотреть, насколько ситуация изменилась, как мы с вами обещали. Индекс самоизоляции. Итак, да, напомню, что когда мы только начинали наш эфир в 8 часов утра, индекс был 3. 6. На данной картинке мы видим уже 2,8. На улице много людей, как нам даже внизу подписывают и разъясняют. На некоторых, конечно же, участках нашей области люди все-таки остаются. Вот я вижу, что где-то возле Магнитогорска, да, люди все-таки остаются в домашних условиях и не выходят. Но а в Челябинске ситуация вот 2,8 на данный момент. Друзья, еще раз, я понимаю, что мы несколько раз за эфир к вам обращаемся, но все-таки давайте будем уверенной поступью идти в светлое будущее и будем оставаться дома, и будем брать на себя ответственность за всех остальных, не только за себя. Ну а уж если вы выбрались из дома, то, пожалуйста, соблюдайте меры предосторожности, соблюдайте социальную дистанцию, носите маски, не бойтесь использовать перчатки, это не стыдно, это в первую очередь говорит о том, насколько вы заботитесь не только о себе, но и о окружающих людях. Ну, естественно, мойте руки, все делайте. Это новые правила, которые наверняка очень сильно изменят всю нашу жизнь. И после того, как вся эта история закончится, что-то останется уже с нами навсегда. Может быть, новые правила гигиены, может быть, новый формат нашей программы. Да много вообще всего изменится. Кто-то навсегда перейдет работать на удаленке, почувствовав, что, в принципе, это тоже можно делать весьма успешно, без потери качества. В общем, мир стремительно меняется, мы живем с вами в очень интересное время. Ну, а о прогнозе погоды тоже хочется слово замолвить. Давайте посмотрим, каким будет сегодня день в Челябинске и Челябинской области. Сегодня с Аней по поводу тех протестов, которые появляются на Яндекс.Картах. Все это эмоциональный выплеск, не более, потому что, конечно, в первую очередь страдает и бизнес, и люди. И я не могу переключить камеру. О том, что происходит с малым и средним бизнесом в Челябинске, мы будем говорить в нашей программе. И сегодня поговорим с Татьяной Мизюриной, которая владеет 5 ресторанами в Челябинске. Она расскажет нам о том,
как им удается справляться с той ситуацией, которая сложилась, и как они работают в данной ситуации. Сейчас мы налаживаем связь, и как только Татьяна будет готова выйти сюда, в эту студию, мы с ней начнем общение. Ну, а для тех, кто еще не нашел свою идеальную работу, найти ее можно в Телеграме. Там есть каналы, которые помогают людям найти желаемые вакансии. Вчера я вам рассказывал про то, как, в общем-то, можно найти работу на удаленке. Это была работа для тех, кто умеет и знает, что делать с многочисленными игровыми приложениями. Ну, а вот такая вот работа, которая из паблика, который называется «Конь на работе», она, в общем-то, я не знаю, кому понравится, но тем не менее, ищут человека, готового работать на свежем воздухе, развиваясь физически и духовно, по заветам Боба Марли. О чем идет речь? Нужен помощник садовода на ферму каннабиса. Внимание! Вот это совершенно официально, но, слава богу, это не в России, потому что мы понимаем, какие законы нарушаются. Ну вот, есть адрес, куда нужен этот человек. По деньгам. Что по деньгам? Там есть такой пункт. Цена вопроса не обозначена. Там написано «вопросики». То есть человек, видимо, может брать натурпродуктом. Какие требования к соискателю? Образование, связанное с биологией или сельским хозяйством. Ну, оно, в общем-то, и понятно. Энтузиазм и страсть к выращиванию каннабиса. Вот это уже, конечно, минимум 3-5 лет опыта работы в коммерческом садоводстве, способность точно следовать указаниям, высокий уровень внимания к деталям, возраст 21+, без судимостей. Итак, если вы азартный биолог, и если вы хотите после того, как снимут все запреты на переезды из страны в страну, поменять свою жизнь, заходите, ищите этот паблик, и там, в общем-то, указаны все контакты, каким образом можно отправиться работать садоводом на ферму каннабиса. Я хочу уточнить, удалось ли связаться. Да, по-моему, удалось связаться с Татьяной Мизюриной, владельцей 5 ресторанов. Татьяна, доброе утро. Доброе утро, Павел. Скажите, пожалуйста, ну вот вы, как мне сообщили, не сразу перешли на дистанционное обслуживание посетителей и на доставку. Почему? Ну, было непонятно, как будет развиваться данная болячка, да, в нашем регионе. Поэтому я взяла паузу посмотреть, насколько будут двигаться цифры, да, и куда мы будем идти в нашем виде. Поэтому мне было необходимо время для принятия решения. А вот вообще все 5 ресторанов занимаются доставкой сейчас? Нет, только один. Только один ресторан. А вот тот уровень, объем заказов, который сейчас есть, он позволяет как-то держаться на плаву? Да нет, это невозможно. В среднем доставка – это порядка 50% бизнеса от одного заведения. То есть, представляете, да, сейчас каких мы убытках, но мы вывели людей для того, чтобы платить заработные платы, для того, чтобы сохранить какую-то экономическую стабильность для наших сотрудников, хотя бы для их части. То есть это больше не про заработок сейчас, а больше про какие-то социальные моменты. Вот как вы видите, как будет дальше ситуация развиваться, если продолжится вот этот карантин еще 2-3 месяца? То есть вот как вы будете поступать со своим бизнесом? Ну, он нас убьет. Средний и малый бизнес мы не выдержим по той простой причине, что мы уже месяц простояли. То есть я сама лично на карантине 3 недели дома просидела. У людей заканчиваются деньги, это очень сложно. Я считаю, что на самом деле нам единственное, что нам может помочь, это поддержка нашего крупного бизнеса, да, чтобы заказывали обеды, завтраки в ресторанах, на вывоз, на самовывоз, либо на доставку, либо своим сотрудникам. Это на самом деле была бы сейчас самая ценная помощь. Но вот какие-то же все-таки меры поддержки государством предпринимаются. Вот вы попадаете под эти меры, можете воспользоваться там кредитами какими-то, я не знаю. Ну, кредитами фактически нет. То есть я узнавала, и коллеги узнавали. Самая сейчас у нас большая проблема – это, конечно же, зарплатные фоты и аренда. То есть
те, конечно, проекты, с которыми не получается договариваться об обнулении арендной ставки и уменьшении ее на будущее время, ну, с ним придется, конечно, распрощаться. И это не только моя история, но я думаю, что история всего рынка. Ну, мы также нашим сообществом-рестораторам писали письмо нашему губернатору о том, что интеграторы берут непомерно большие деньги за свои услуги посреднические. Вот, просим бизнес помочь, что еще мы делаем, да, ну, наверное, пытаемся договориться с коммунальными компаниями, ну, в этом плане вообще беда, по той простой причине, что мы там всегда платили за электроэнергию во всех проектах в 25-х числах, но в этом году, именно в этой ситуации, нам начали уже названивать с 19 апреля. То есть у нас еще даже не подошел срок оплаты за энергию и коммунальные платежи, но нас уже замучили, честно. То есть, ну вот так это двигается, в таком направлении вяло текущем. А скажите, пожалуйста, у нас вот наше сообщество рестораторов, оно дружное, оно действительно ну, может представлять из себя такую некую силу, которая повлияет на то, как ситуация именно в Челябинской области будет развиваться по отношению к вашему бизнесу? Уже да. То есть, конечно, вся эта ситуация, она нас очень сильно объединила. Мы постоянно обмениваемся информацией, общаемся, корректируем свои движения, рекомендуем друг другу там меры, которые мы предпринимаем. И я думаю, что только вместе мы прорвемся, потому что по-другому никак. Ну, нас не услышат, если мы будем говорить каждый сам за себя. Нас не увидят, если мы будем молчать. Поэтому, если нас будет много, а на самом деле ресторанная отрасль, она очень важна для области, для региона в целом. Потому что это кажется, что ну что такое там, ну не будем мы там кушать, я не знаю, в ресторан. А ведь оно так не работает. У нас столько поставщиков, они все уйдут с рынка. Даже говоря о коммунальных службах, если говорить о сотрудниках, которые останутся без работы, а у них у всех семьи, у некоторых моих сотрудников по двое, по трое детей. Поэтому это очень большой пласт людей, которые останутся без средств к существованию. И это действительно очень большая, на мой взгляд, проблема. Ну, дай бог, что все-таки и государство будет помогать, и ваше сообщество, благодаря тому, что вы объединились и стали такими дружными, тоже будет подставлять друг другу плечо. Удачи вам, не теряйте, не падайте духом, все будет хорошо. Спасибо большое. Татьяна Мизюлина, владелец 5 ресторанов Челябинска, рассказала о том, как им приходится выживать в этой непростой ситуации. День только начинается, а мы уже успели поговорить на столько интересных и важных тем. Ну а для тех, кто ориентируется на звезды, наш астрологический прогноз. Здравствуйте, среда, 22 апреля, 29 лунный день, символ которого осьминог. В это время важна умеренность во всем, и в мыслях, и в действиях, и в пище. Луна переходит в знак Тельца. Овен, вы можете не бояться неожиданностей, если обладаете выдержкой и профессиональным опытом, а также умеете реально смотреть на вещи. Телец, Луна гостит в вашем знаке. Как и в деловой сфере, так и в личной жизни ваши решения будут точны и безошибочны. Спортивный азарт лучше совмещать с осторожностью. Близнецы, если вы заметили, что твердая почва уплывает у вас из-под ног, лучше временно отказаться от грандиозных планов. Будьте бдительны в местах скопления народа. Рак, не исключается застой в делах, пауза в творчестве и отсутствие новизны в личной жизни. Не форсируйте события, они будут сами складываться в нужном вам направлении. Лев, день обещает стать продуктивным, если окружающий оставит вас в покое. Тогда ваши стратегические задатки смогут развернуться на полную мощь. Дева, будьте осмотрительнее, общаясь с малознакомыми людьми. Не полагайтесь на тех, чье мировоззрение чуждо вашему. Весы. В этот день истина может постоянно ускользать от вас. Не торопитесь немедленно воплощать свежую идею. Оставьте себе время хорошенько подумать. Скорпион. День не способствует новым начинаниям. Может помешать излишняя эмоциональность и пессимистические настроения. Лучше сосредоточиться на привычных делах. Стрелец. Не стоит слепо доверять окружающим. Возможен подвох со стороны тех, на кого вы понадеялись. Козерог. Постарайтесь сосредоточиться на своих настоящих задачах, а не на авантюрах, навязанных другими. Некоторые события дня могут оказаться сюрпризом.
Водолей. Вероятны споры, диспуты и даже ссоры. Но любое противостояние обойдется без жертв, если вы с оппонентом симпатичны друг другу. Рыбы. День может быть некомфортным, но то, что раздражает и нервирует вас, может быть выгодным в финансовом отношении. Удачного дня! С вами была Александра Парыгина. Вот создается впечатление, что единственный человек, которого не коснулась вся эта история с коронавирусом, это Саша Парыгина. Потому что, в общем-то, вот она как была в своей суперстудии, где звезды, где вот это вот все, предсказания, так, в общем-то, она и живет в этом мире прекрасном и дарит нам свои прогнозы. Ну что, потому наш что она очередной... Что? Потому что она находится где-то в космосе. И, вы знаете, хочется тоже немножечко отойти все-таки от общей проблемы, которая нас всех коснулась, и задуматься еще о других вещах. Ведь есть те люди, которые остались без друзей. Так вот, еще одна новость напоследок. Челябинский хаски-центр бесплатно раздает собак. Речь сейчас идет о возрастных животных, которые уже не хотят или не могут работать в упряжке. Отдают бесплатно, но все-таки с одним большим условием, что центр и питомник будут наблюдать, в каких условиях будут находиться собачки. Поэтому, друзья, если кто-то одинок и сейчас задумался о том, что ему хочется хаски, то обращайтесь, пожалуйста. Там, кстати, есть в этой новости фотографии, можно посмотреть, да, как выглядят эти собаки. Они, ну, действительно обаятельные, и возраст их нисколько не делает хуже. Поэтому, если вы всю жизнь мечтали об этом, то давайте, берите, звоните в центр хаски и помогите этим животным достойно продолжить свою жизнь уже в семье. Да. Аня, я хочу поблагодарить тебя за этот эксперимент, потому что он у нас все-таки эксперимент, и мы завершили второй эфир. Надеюсь, что увидимся завтра. И коротко скажи, вот как ты проведешь сегодняшний день? Так же, как вчера. Так же, как позавчера. Вот. Но самое главное, у меня уже совершенно другое ощущение. Я точно понимаю, что есть жизнь дальше. Друзья, давайте все будем видеть прекрасное в будущем. Идти, стремиться, не стоять и не думать, что на этом все закончилось у нас. Ну, конечно, как женщина ответила, обтекаемо. Это все понятно. О своих тайных занятиях не рассказала, но я надеюсь, что расскажет завтра. Я буду читать книги, у меня появилось время, правда. И я сейчас скачала очень много книг, слава богу, есть ресурсы, которые позволяют на читалку, на мою, да, электронную, закинуть книги и просто тоже, опять же, не уходя никуда, прочитать. Друзья, ну, нужно развиваться, нужно с пользой проводить это время. Спасибо, хорошего дня, Ань, до встречи завтра. Вам тоже спасибо. Всем пока-пока. Ну что, уважаемые зрители, я хочу попрощаться тоже с вами и сказать, что мы увидимся в ближайшее время. И, скорее всего, это будет завтра и не только здесь в онлайн в эфире. Может быть, мы завтра уже выйдем и в телевизионный эфир, подключим телевизионную аудиторию, будем расширять свою сферу влияния и вновь завоевывать телезрителей. Хорошего вам дня. Увидимся завтра. Пока.